Ну, он что-то делает. Готов? Помни. Колот может убить тебя, если будет что-то не так, и это не сработает. Должно сработать. Ты говоришь так, потому что думаешь, что я знаю, что делаю. Я уверен, что ты во всем разберешься. Ну ладно, поехали. Холодно, очень холодно. А нам как быть? Говорить с ним? Помогать вспомнить? Ждать, пока он превратится в ледышку? Мы будем вести его. И держать сосредоточенным. Скотт, ты должен думать о нем. Сосредоточься на Стайлзе. Попытайся его представить. Представь, как он выглядел. Что говорил. Не нравится мне это. Что-то не так. Погоди. Дай ему пару секунд. Надо его вытаскивать. Погоди. Скотт! Ты слышишь меня? Скотт! Ты слышишь меня? 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 Скотт, не засыпай! Ты должен держать глаза открытыми! Стараюсь. Ты не засыпаешь. Кажется, ты теряешь сознание. И если ты его потеряешь, мы потеряем тебя! Скотт! Не засыпай! Скотт! Ты поцеловал ее, Скотт! Ты поцеловал Лидию! Стайлз, прошу, отпусти меня. Это все от полнолуния, клянусь. Ты же знаешь, я бы не сделал это специально. Это убивает меня. Я чувствую безысходность. Так что прошу, пожалуйста, отпусти меня. Не могу. Down.